أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أياما معدودات فمن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Бисмиллахи рахмани рахим. Перевод этих аятов таков, что: «О, вы, которые верую, пост предписан для вас, так же, как он был предписан для тех, кто были до вас, так, чтобы стали богобоязненными». На определенное количество число дней. Но если кто-то из вас болен, либо путешествует, он должен восполнить это другими днями. А для тех, которые способны поститься столько с большой трудности, есть искупление — это кормить голодного. И тот, кто творит праведные дела послушно, то это лучше для него. И пост полезен для вас, если вы только знали. По милости Всевышнего Аллаха начался месяц Рамадан. Святой пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что это месяц большого количества благословений и милости. Это тот самый месяц, в который Всевышний Аллах для того, чтобы пролить благословение на свои благословения, он благословит своих слуг так, что мы не можем даже представить. То есть в этот месяц сатана закован в цепи, и нам дается возможность освободиться от его пут. Поэтому невозможно даже словами описать его благословение, благословение Аллаха в этот месяц. Когда бы мы не стремились к Аллаху, мы всегда находим, что врата Его милости еще шире раскрыты. Это тот самый месяц, который Аллах
назначил для своих особых милостей и благословений. Бывает, что мы проявляем расслабленность и лень в своих молитвах, обязательных или дополнительных молитвах, в чтении Священного Корана, расслабленность и лень, которую мы проявляем в исполнении заповедей Корана. Но этот месяц является источником возможностей для того, чтобы мы поклоняться как в обязательных, так и дополнительных видах поклонения. Поэтому извлеките максимальную пользу из этого месяца. В мечетях организуются дополнительные уроки, и на нашем телеканале MTA также проводятся такие уроки. Используйте эти возможности. Ищите способы приближения к Аллаху. И благодаря этой атмосфере, этой среде месяца, прилагайте усилия, чтобы произвести в себе эти духовные реформы, эти нужные изменения в своей ежедневной жизни, так, чтобы стать получателями благословения Аллаха на постоянной основе. Так Всевышний Аллах говорит. Извлекайте прекрасные возможности из этого месяца и старайтесь приблизиться ко мне. Та радость, которой Аллах наполняет своих слуг, которые стремятся к Нему, можно увидеть из высказывания Святого Пророка Ислама, в котором он сказал, та радость, которую мать испытывает, найдя свое пропавшее дитя, даже не сравнится с этой радостью, которую испытывает Аллах, когда его потерянный слуга возвращается к нему и ищет его. И, конечно, нужно исполнять долг по отношению к Аллаху и долг по отношению к его творениям, то есть к людям. А те, которые не исполняют свой долг по отношению к Аллаху и его творениям, которые проявляют лень, а потом вдруг опять начинают исполнять свой долг, мы знаем, что Аллах испытывает радость, у которой безграничная радость. И Аллах благословляет такого человека таким образом, что невозможно даже измерить. Поэтому мы будем счастливчиками, везунчиками, если мы будем использовать эту среду Рамадана так, чтобы по-настоящему стать теми, кто впитывает эти благословения Аллаха. В этих аятах, которые зачитал Всевышний Аллах, там, где Он заповедовал нам, учил нас следовать таква, следовать его путями. Также здесь упоминается пост. Поэтому мы благословлены тем, что Всевышний Аллах эту книгу Он наполнил мудростью и посредством Святого Пророка Мухаммада Саллаллаху Алейхи Ва Саллям даровал нам эти учения. Следовательно, мы становимся теми, кто приближается к Нему и может следовать этими путями, которые приближают к Нему. В первом аяте первая заповедь учит нас обращать внимание на то, чтобы следовать путем смирения. То есть, уча нас следовать этим путям, смирения и кротости. Вы будете вести себя так, что не только вы один поститесь, держите обязательный пост, но народы до вас также держали пост, народы, жившие до вас. Какие-то особенности поста могут отличаться, но пост был обязателен для всех народов до вас. И цель поста всегда в том, то есть одна и та же цель, что след,
быть богобоязненными и в результате праведными. И поэтому для вас это также долг следовать этим путем богобоязненности. Поэтому нужно избегать безнравственности, но следовать путем богобоязненности и избегать грехов, так как воин в поле боя использует щит от нападения врага. И не только защищается щитом, но также переходит в контратаку с помощью оружия. Поэтому, если вы хотите следовать путем богобоязненности, то не только вы тем самым будете защищать себя, оборонять себя самого одного, но также вы будете изживать сатану в себе, в своем обществе. Поэтому, идя путем богобоязненности, вы действительно можете добиваться справедливости в обществе. Как просто сказал пророк Ислам, Аллах не радуется от того, что заставляет вас голодать. Главное это, чтобы идти путем богобоязненности и становиться праведными. Потому что иначе смысла поста нет абсолютно. Большое количество мусульман сегодняшних, не просто они голодают во время поста, особенно те, которые побогаче, они очень сильно готовятся к приему пищи до поста и после поста, в то время как бедняки еле как находят себе пропитание. Как бы ни было, отказ от питья и еды будут приняты только тогда, когда вы будете стремиться быть богобоязненными. Те, которые богаче, должны стараться в месяц Рамадан особенно заботиться о более бедных. И мало просто организовывать обильные ифтары. Нужно находить бедных людей. И мне не нравится, когда ифтар делают слишком обильным. Больше внимания нужно уделять чтению Корана и обучению Корана. Больше внимания поминанию Аллаха, поклонению. Но из этого к сожалению, многие люди возвращаются со своей работы, после своих дел, они просто занимаются поеданием ифтара. Причем в большом масштабе. И когда они приглашают на ифтар, они все внимание уделяют только еде и забывают о Коране, о поминании Аллаха, поклонении. То есть все усилия направляются только на то, как приготовить получше и в большем масштабе. Ко времени открытия поста. Так, чтобы люди хвалили их. О, молодец! Так прекрасный ифтар! Не в этом цель Рамадана, поста. Наоборот, такие традиции уводят вас от богобоязненности. Для того, чтобы извлечь максимальную пользу из Рамадана, нужно использовать щит. Для того, для чего используют щит? Потому что сатана нападает и слева, и справа, и снизу. Поэтому нужно делать все возможное, чтобы защищать себя от нападок сатаны. Сатана может нанести вам смертельные раны,
если вы не будете защищаться от него должным образом. Поэтому в месяц Рамадан нужно делать его все возможное, чтобы правильно вести себя в месяц Рамадан, то есть следовать путем богобоязненности, чтобы угождать Аллаху, когда вы ради Аллаха в этот месяц отказываетесь от того, что обычно разрешено, вы увидите, что сам Аллах придет к вам. Вы действительно почувствуете, что сатана закован в цепи. И мы сможем творить добрые дела, и мы сможем привыкнуть творить добрые дела. И мы увидим, что наши добрые дела помогут нам защититься от сатаны. Не считайте, что сатана — это что-то обычное, простое дело. Как он заявил в открытом вызове, что я собью большинство человечества с правильного пути и заставлю их следовать за мной. Поэтому месяц Рамадан мы должны делать все возможное, чтобы противодействовать этому вызову сатаны. Мы должны защищать себя от этого вызова. Мы должны поступать посредством оружия молитв и поклонения тех слов мольбы из Корана, чтобы защищать от сатаны. И говоря о посте, Мессия Махди Абитаван пишет, многие люди не понимают, в чем суть поста, цель поста. Некоторые люди, которые, если он не путешествует, как он сможет узнать о людях, которые, о странах, которые есть вокруг? Рамазан, пост Рамазан может принести результат, который действительно может привести к добродетели. В первую очередь нужно для, в деле очищения души. Так что добрые качества человека проявляются. Но, к сожалению, сегодня пост это просто превратился в голодовку. Дарья Мессия Бетованна говорит. Цель Аллаха в предписании поста то, чтобы уменьшить прием пищи и увеличить прием другой пищи, духовной. И нужно помнить, что это означает не только голодовку, но что нужно делать человеку? Нужно погрузиться в поминание Аллаха так, чтобы достичь близости, приближения к Аллаху, чтобы избавляться от материализма в своем поведении. Подлинная цель поста — это в том, вместо лишнего присеста, лишней ложки еды, лучше принять больше пищи духовной, так, чтобы соблюдать пост не ритуально, а по-настоящему от души. И тем самым человек обретет новый вид пищи. Нужно читать Коран, изучать его, понимать его. И наряду с этим нужно также, очень важно, поклоняться больше и глубже. Помнить об Аллахе так, чтобы сердце ваше еще больше смирялось перед Аллахом. Нужно совершать тасбих, то есть упоминать его святость. Как? Это очень важная молитва, которую Аллах напомнил Мессии Махди Абитаванному в честь пророка Саслам. То есть нужно молиться за него. Это приказ Аллаха, чтобы ваши молитвы были приняты. Подобным образом есть выражение единобожие, признание единобожие, которое очень важно повторять и помнить, и вникать в него. И это те средства, которые становятся средствами роста в нашей богобоязненности и необходимы для принятия молитвы. Поэтому мы должны прилагать особые усилия в этом деле, в этот месяц. В Священном Коране Всевышний Аллах упоминает о том, что нужно идти путем богобоязненности во многих местах Корана. Богобоязненность
является условием для каждого успеха, малого и большого. Мессия Махди обетованный мир ему. В большом количестве писаний и собраний он упоминал об этом. Есть куплет, который он написал. Это путь каждого, который ведет к каждому виду богобоязненности. Если этот корень остается здоровым, все остальное остается здоровым. Поэтому именно богобоязненность, путь угождения Аллаху, это корень, который позволяет вам обрести все остальные виды набожности и праведности, и также спастись от безнравственности этого мира и исполняет все ваши нужды, духовные и физические. Поэтому принцип богобоязненности является самым фундаментальным, и это является ответственностью для любого мусульманина, для любого верующего, чтобы стремиться к ней. Мессия Махди, мир ему, со всех сторон осветил тему богобоязненности. Я приведу несколько ее цитат. Мессия Махди обетованный, мир ему, пишет: «Священный Коран с самого начала говорит: «Худалин муттакин», что Коран — это наставление для богобоязненных. Поэтому для того, чтобы понимать, в чем состоят заповеди Корана, необходима богобоязненность. То есть Коран также говорит, что что достигнут этого только очищенные, духовно очищенные. Об этом не говорится в светских философиях или философиях других религий. То есть человек, который стремится к истине, он должен быть богобоязненным, чистым. Потому что даже аморальные люди иногда стремятся к истине, и особенно философы нашего нового времени много пишут об этом. Но безнравственный человек не придет к истине, если его сердце больно безнравственностью. И поэтому любой безнравственный, который говорит, что он достиг истины, он лжец. Пути богобоязненности не открываются перед ним. Для того, чтобы достичь подлинной истины, необходима богобоязненность. Как мы находим в этом двустишии, который написал Мессия обетованный мир ему, на персидском языке в нем говорится, что истина открывается тогда, когда вы избавляетесь от безнравственности. Пока вы не избавитесь от безнравственности в своем сердце, пока ваше сердце не избавится от путей безнравственности, пока ваше сердце не освободится от материализма, нет никакой пользы. Мессия Бетаван мир ему говорит: из-за чего весь шум? Безнравственность, грязь, то есть предпочтение материализма этого мира духовным нравственным ценностям. Другими словами, если кто-то говорит что-то хорошее, он просто это украл у других, у подлинно праведных людей. А праведный... Истинно невозможно говорить без праведности. Эта книга наставлена для праведных, для богобоязненных, тех, которые веруют в невидимое. То есть они еще не видят Бога, но они верят в Него. Они понимают, что есть Бог, и также они молятся Ему. То есть они еще не успели вкусить всей радости от молитвы, но они дисциплинируют себя молитвой. И они жертвуют из того, чем мы их наделили. И они верят
в то, что ниспослано им, ему, и, то есть пророку Мухаммаду, и также веруют в то, что ниспослано тем до него, то есть предыдущим религиях. То есть это самые начальные степени верующего. То есть верующий, человек становится верующим тогда, когда он верует в Аллаха, верят невидимые и устанавливают молитву. И когда они молятся, они также жертвуют ради него. Они также признают предыдущие книги от Аллаха. И в чем состоит новое откровение в этой книге? Они уже следуют наставлению, которое ведет их вперед. То есть, Коран — это пик того пути, который был начат в предыдущих религиях и писаниях. Всевышний Аллах говорит, учил предыдущие народы через предыдущие религии, но это не был еще пик. Верить в Аллаха, совершать молитву. И если вы теряете концентрацию молитвы, вы стремитесь больше. И, конечно, вы честно зарабатываете и жертвуете также. И используете только то, что вы честно получили. И это наставление в том, что верить невидимый. Что иначе как вы уверите в Аллаха? Вы же его не видите. Поэтому, если вы следуете Корану, вы действительно сможете достичь вершины знания и истины, и поклонения. И тогда вы обретете действительно подлинные знания. Будете действительно по-настоящему верить в невидимое. И будете духовно расти в своем духовном опыте, в своем познании Аллаха. Достигнете степени айн аль-якин, то есть когда вы будете четко чувствовать Аллаха и присутствие во своей жизни. То есть вы обретете убежденность, убежденность в своей вере. То есть вы уже будете не на базовом уровне просто верить в невидимое, но вы действительно убедитесь в существовании Творца и в том, что Он ниспослал это совершенное руководство, Священный Коран. Люди спрашивают, зачем мне верить в невидимое в наше время? Почему задают молодежь? Они спрашивают, зачем нам вообще верить? Аллах говорит, верить невидимым — это просто самая начальная стадия. Йоминум бильгайб. Нужно верить в эту книгу. Также. И нужно также на деле подкреплять свою веру. И тогда вы действительно будете чувствовать Аллаха. Вы начнете чувствовать Аллаха в его присутствии в своей жизни. То есть вы, начиная со степени, с уровня веры в невидимое, вы достигнете уровня, когда вы чувствуете Творца, и вы будете понимать его. Ученые, исследователи знают, и они говорят, что в экспериментах сначала гипотеза, сначала идея, и на ее основе проводятся практические исследования. И когда... И далее они развивать теорию на основании эмпирических исследований, то есть практических опытов, как Всевышний Аллах говорит. Иман биль-гайб, то есть вера в невидимое, это самый первый уровень. Затем вы следуете заповедям Корана, вы стараетесь их исполнять, и тогда вы наблюдаете, что происходит в вашей жизни. Ученые ради своих исследований, ради удовлетворения своего любопытства они проводят исследования и делятся результатами. Здесь исследование, которое проводится, и то, что вы обретаете, ощущения, какие обретаете, вы убеждаетесь. И в этом красота веры в невидимое. Также касательно молитвы говорится, что предварительно уровень будет в том, что
Да, люди соблюдают молитву. Несмотря на то, что у вас теряется сначала концентрация, но вы прилагаете усилия, то есть вы должны прилагать усилия, так же, как голодный бежит к еде и воде, точно так же духовно голодный и жаждущий должен стремиться к ней. Но когда это не происходит, то он не будет расти духовно нравственно. Поэтому нужно прилагать усилия на пути духовного удовлетворения, духовной жажды. И для того, чтобы убеждаться во всем ясно, Месси Бетавана пишет, когда человек что-то потерял, он должен встать на молитвенный коврик, и тогда он вспомнит. Но бывает, что человек во время молитвы отвлекается, и из еврея молитвы он теряет концентрацию, он думает о том, что он потерял, о том, что не связано с молитвой, думает о том, где он, что потерял. Это не настоящая молитва, это молитва от сатаны, наполненная сомнениями. Но настоящая молитва — это когда вы полностью помните об Аллахе. Причем вы молитесь так, что неважно, что вас беспокоит, бизнес, там, может быть, у вас тысячи и тысячи рупий и так далее. То есть в настоящей молитве вы перестанете быть ракушкой, но вы действительно обретете содержимое. Это не какие-то сказки, это действительно действительность. Это не какой-то фольклор. Вы действительно испытаете подлинное состояние духовное. То есть вы можете достичь этого духовного богатства и в своих домах, если вы сосредоточитесь. Поэтому в этот месяц нужно извлекать максимальную пользу из этого месяца и добывать это духовное богатство так, чтобы приближаться к Аллаху всем, каждому. Далее он пишет. Помните, ваши молитвы не будут приняты, пока вы не станете богобазненным и стремитесь к праведности. Есть два вида богобазненности. Один вид касается знания, и другой касается поведения, правильного поведения, совершенственного поведения. Я уже сказал, упомянул насчет знания, что вы не обретете подлинную истину, пока вы не станете богобазненным, и касательно, и не будете... поступать как верующие, то есть молиться, поститься и так далее. Заповеди Аллаха, то самое первое, чтобы не приобщать к Аллаху сотоварищей ни в его существе, ни в его качествах, и не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха. Вторая сторона богобоязненности — это сочувствие ко всему человечеству, то есть исполнять долг по отношению к Аллаху и его творению. Далее Всевышний Аллах говорит... Таква богобоязненность — это то, что когда вы достигаете его, вы извлекаете все благословения. Сам Аллах осыпет вас таким благословением оттуда, откуда вы не ожидаете. Месси Бетаван, мир ему далее, пишет, помните, богобоязненность не нуждается ни в чем и ни в ком. То есть это состояние, когда человек... не нуждается в других. То есть, когда он просит Аллаха, Аллах сам обеспечит его. То есть, это обещание Аллаха, что богобоязненный человек обеспечивается и материальными, и также благами. Месси Бетавана пишет, я однажды почувствовал, как Аллах приблизился ко мне, улыбнулся и сказал. В этом формула состоит, что богобоязненный человек достигает все и все виды радости. И вы должны достичь этого уровня также. Наша община, наш джамат,
должен стремиться быть богобоязненным и не повторять судьбу предыдущих народов. Как Аллах говорит в Коране, что Он наказал детей Израиля за их поступки. Поэтому нужно становиться богобоязненным. И в одном стихотворении Мессии Махди пишет, нужно сохранять богобоязненность. Если этот корень остается здоровым, тогда все остальное остается здоровым. Богобоязненность — это противоядие от любого яда. И человек, который использует его, может достичь всего в жизни и совершенствоваться. Например, если голодный человек съест всего лишь одно зернышко, он не наестся, и он не утолит жажду, если он выпьет только каплю воды. Поэтому вы не достигнете духовного уровня, если вы будете только одну заповедь исполнять. Нужно полностью следовать путям богобоязненности, и сам Аллах поможет вам, и вы сами почувствуете это в своей жизни, изменения почувствуете в своей жизни. Поэтому это такой уровень богобоязненности, к которому должны стремиться. Далее Мессия Махди, обетован мир ему, пишет. Хотя есть люди, которые просто ленятся и проявляют невнимательность. Им кажется, что все однообразно и одинаково. Поэтому нужно просить помощи у Аллаха от лени. И без таких просьб все остальное не имеет ценности. Человек может просто морально умереть. Это не повод бояться, потому что иначе вы можете сами привести себя к аду даже в этой жизни. Далее он пишет твердо. Наше время говорит, Хазар говорит об опасности ядерной войны, которая также является видом ада. И ядерное оружие — это вид орудия огня ада. И человек не ощутит милости со стороны других, пока он сам не будет стремиться к ней. Поэтому нужно оставаться верным Аллаху. Нужно всегда поддерживать вот эти невидимые узы с Аллаха. Тот, который храбро идет против безнравственности и греха, он преуспел. А тот, который храбро совершает грехи, тот обрекает себя. Человек должен стремиться к богобоязненности постоянно и избавляться от гнева. В первую очередь, пока вы не пока богобоязненность не поселится в вашем сердце, вы не достигнете ничего. Немало людей, которые при смерти жалеют, что не обрели богобоязненность. Некоторые люди думают, что они могут достичь своей цели или спастись с помощью обмана, хитрости, ничего не добьется. Человек не добьется успеха, пока не будет присутствия Аллаха. Нужно помнить о нем постоянно и поддерживать с ним связи. Поддерживайте невидимые узы с Аллахом всегда. И укрепляйте эти узы с Аллахом. Совершенствуйте их. Мудр тот, кто пестует эти свои узы с Аллахом. А тот, который не ценит их, он глупец. И он погибнет. Ничего не достигнет. На небесах и на земле, и все, что между ними. Как? Вот вглядитесь.
как вся эта вселенная существует. Это Аллах управляет и невидимым. Нужно бояться Аллаха, когда у вас хорошие условия жизни. Потому что, когда наступит момент испытания, будет поздно. Вот как фараон творил зло, и только в момент верной смерти он только заявил о своей вере. Мессия Махди пишет, все, чего он достиг, это то, что Аллах в Коране сказал, что мы сохраним твое физическое тело, но не душу. Он был небольшого роста, но другими словами, вы не сможете спасти себя в такой момент, когда время придет. Поэтому, когда наступает время, человек должен до этого испытания и ухода из этой жизни, нужно развивать отношения с Аллахом. Поэтому счастливчики те, которые извлекают настоящую пользу из этого месяца Рамадан и растут в своем богобоязненности на того уровне, который Аллаху угодно. Аллах в следующем аяте говорит. Что пост приписан на определенное количество дней, считанное число дней, несмотря на то, что это обязательный пост, но есть пути облегчения. Например, кто болен, либо путешествует, не должен себя обременять постом. Только после того, как он выздоровел, либо вернулся после путешествия, он должен восполнить эти пропущенные дни поста. Поэтому нужно исполнять обязательства, но не обременять себя превыше возможностей. Есть естественные трудности, которые бывают, которые нужно учитывать. Далее Всевышний Аллах учитывает старания своего слуги, что он отказывается от этого месяца, от того, что обычно разрешено. Есть такие заповеди, некоторые люди говорят, что они трудны. На самом деле нет таких заповедей. Каждому человеку дается какое-то облегчение. Религия не обременяет нас. Просто есть люди, которые не хотят следовать религии, враги религии. Они стремятся наводить тень на плетень, что говорится, творить смуту. Поэтому вот эти аяты Корана — ответ таким людям, что пост он предписан, но, несмотря на это, есть обстоятельства человеческой жизни, в которых человек дает вам облегчение. В течение года вы можете восполнить пропущенные дни поста. А те, кто способны пожертвовать фидье, могут также и так тоже поступить. Это уже дополнительные пути богобоязненности. То есть сам Всевышний Аллах вознаграждает вас разными путями. Что касается беременных либо кормящих женщин, матерей, от их имени можно вносить фидье. Но что сам Аллах знает состояние любого человека. Поэтому посредством фидье можно восполнить пост. То есть кормление голодных, бедных. То есть если вы не можете поститься, кто материальную пользу извлекает? Бедные. А духовную вы. Поэтому этот месяц и называется месяцем милости. Больше ничего. Даже если человек не извлекает пользу из этого месяца, то он сам обрек себя на это несчастье. Мессия пишет однажды,
мысль пришла на мое сердце. Почему приказана фидья? Я знаю, что это в соответствии с возможностями человека. Для того, чтобы человек мог почувствовать духовное состояние поста, чтобы помнили об Аллахе всегда, который может дать способность поститься любому человеку. То есть в руках Аллаха эта способность. Поэтому все это в милости Аллаха. Поэтому мое мнение пишет мне семья. Человек должен молиться, должен образом. О, Аллах, это твой благословенный месяц. Я лишен возможности поститься в этот месяц. Но, возможно, я чего-то не знаю. Я не знаю, буду ли я жив в следующем этом месяце, в следующем году. Поэтому дай мне возможность исполнить предписанное. И тогда Аллах укрепит такое сердце такого человека. Поэтому надо стараться поститься и также вносить пожертвования фидья ради бедных. Там, где Аллах и дает облегчение, это также является заповедью Аллаха. И нужно использовать эти облегчения. Однажды Мессия Магди пишет, правда состоит в том, что следует использовать облегчение, также является проявлением послушания. Поэтому тот, кто болен, не должен поститься, и тот, кто путешествует, не должен поститься. То есть нужно следовать полностью. Я читал, что некоторые они писали, что если кто-то постится во время болезни, либо путешествия, это грех. То есть благословение в послушании. Мы должны следовать его заповеди и не создавать свои новые толкования. Но сегодняшние некоторые муллы, так называемые ученые, в социальных СМИ, они выступают, имеют возможность выступать, и начали объявлять всякие разные странные указы и решения озвучу. То есть сам Аллах в Коране говорит, что тот, кто болен, либо путешествует, он должен восполнить потом из последующих дней. То есть совершенно ясно. Здесь не говорится, что если такой-то вид путешествия или такой-то вид болезни, здесь ничего не указывается. И если человек постится, несмотря на то, что он болеет, либо путешествие, он совершает грех. Аллах четко и ясно сказал, что кто болеет, либо путешествие, не должен поститься. И он должен восполнять только после того, как он вернулся в нормальное состояние. И спасение через послушание Аллаха, а не тем, чтобы самому выбирать, следовать тому, что Аллах говорит или нет. Потому что в отношении них может быть принято решение, что они непослушны Аллаху. Однажды один человек спросил пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям касательно поста путешествия. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям ответил, месяц Рамадан, не постись, если ты путешествуешь. Тот сказал, о посланник Аллаха, я могу поститься. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям ответил ему, ты более могущественный или Аллаха? Однозначно Аллах для больных и путников четко ясно указал, что нужно делать. Если кто-то вам дарит что-то в подарок, а вы возвращаете ему. Поэтому нужно исполнять приказы Аллаха буквально до конца. То есть нужно исполнять все заповеди. Всевышний Аллах да позволит нам в этот месяц Рамадан достичь угождения ему и достичь богобоязненности, так, чтобы мы росли в своем духовно-нравственном состоянии богобоязненности, чтобы мы не стали те
теми, кто искал оправдание тому, что мы не постимся, или наоборот, достанем ли мы теми, кто извлекает большое количество благословений из Рамадан, милости, подлинные благословения Рамадана. Достанет этот Рамадан, да приблизит он нас к Аллаху, так, чтобы мы, наши молитвы были приняты, чтобы все мусульмане Хамади также в мире молились за то, чтобы все трудности джамата рухнули, чтобы все смуты со стороны властных кругов также рухнули. Нужно молиться так, чтобы мы держались за мантию Аллаха таким образом, чтобы мы никогда не оставляли. Так, чтобы дождь милости Аллаха всегда не сходил на нас. Помолитесь за мусульманский мир, чтобы Аллах даровал им мудрость и понимание. Да признают они мессию Махди своего времени. Чтобы мы спаслись от военных действий. Военных действий за власть в мусульманских странах, когда гибнут невинные мирные люди и страдают. Да спасет Аллах. И в целом молитесь за ситуацию в мире. Да спасет Аллах от губительных последствий моей войны. Потому что время войны мусульманских они также ощутят влияние войны. Каждый мусульман Хамади должен расти в своей богобоязненности. Это то, о чем мессия Махди мир сказал. Да поможет нам Аллах достичь. Похоже, что в Великобритании здесь тоже они стараются. Ограничить мусульман. Хотят новый закон ввести против экстремизма. Но некоторые юристы говорят, что это просто хотят ограничить мусульман. Сам один Аллах знает, в чем мотивация их. Но мы должны молиться, чтобы Аллах спас нас и других мусульман в этой стране от злых последствий применения этого закона. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر